29 октября вся страна праздновала Всероссийский день гимнастики. Он имеет особое значение для всех именитых и начинающих спортсменов, ведь гимнастика признана самым очаровательным видом спорта во всем мире. Так, в Каспийске в Доме детского творчества уже 4-й год работает кружок хореографической гимнастики, который помогает детям развивать их способность и выходить на новый уровень. Педагог Исханум Пашаева поделилась основными плюсами данного вида спорта. Одним из главных преимуществ гимнастики – она развивает все группы мышц, помогает поддерживать тело в форме, улучшает общую физическую подготовку. Также гимнастика развивает в человеке множество положительных качеств, таких как ловкость, гибкость, улучшает координацию, пластичность. Основная цель кружка – это пропагандировать гимнастику в обществе, так как этот вид спорта хорошо влияет на здоровый образ жизни. Как рассказывает педагог, гимнастика – это не простой вид спорта, а еще сложнее, когда ты обучаешь других. Ведь в этом процессе есть свои трудности. На самом деле некоторым детям дается сложно. А некоторым это легко дается. И некоторым могут годами заниматься и ничего как бы не добиться. А вот некоторые и за месяц, и за два. То есть у каждого индивидуально. Но несмотря ни на что, дети отлично со всем справляются и даже участвуют в различных конкурсах и общегородских мероприятиях. Юные гимнастки поделились своими впечатлениями и результатами, которых уже удалось достичь. После того, как я хожу на гимнастику, у меня более-менее я часто держу ровную спину. Я научилась делать шпагаты, мостики. Колесо могу делать. Я занимаюсь гимнастикой уже более 2 лет. Мне нравится гимнастика, потому что есть хороший педагог, и она хорошо преподает, и вообще это мой любимый вид спорта. Мы выступаем там. Растяжка, осанка. На сегодняшний день гимнастки готовятся к выступлению, которое пройдет в конце ноября в честь праздника День Матери.